Дорогие друзья, настало время подвести итоги 2022-го. Год был как поездка на аттракционах, пролетел быстро, местами волнительно, но прокатились с ветерком. На протяжении года мы продолжали радовать вас новыми помощниками. Постигли тайны гигиены рта с ирригатором от Ромит, раскрыли секреты использования ножей с шефом и без, внедрили меланжер и даже создали удобные ножницы. Несмотря на неопределенность этого года, старались стойко удерживать приятные цены и скидки. Сняли еще больше рецептов, чтобы раскрыть возможности дегидратора как для людей, так и для животных. Прониклись мудростью создания ПП-десертов от чемпионов и ароматикой ребрышек от шеф-поваров. Узнали, как сделать вкусный шоколад и домашний хлеб, не выходя из дома. Организовали битву соковыжималок и блендеров. Создали праздник при помощи нескольких апельсинов. Раскрыли все секреты уборки в доме. Сходили в поход без хлопот и голода благодаря заготовкам. Внедрились в новый медиаформат эфирами. Отметили 10 лет компании. Расширили горизонты представлений и открылись в Казахстане. Построили первый завод Ромит в России. И, конечно, наметили еще больше крутых помощников для вас на грядущий год. Например, в новом году мы раскроем все секреты использования планетарного миксера, а к весне позаботимся о чистоте окружающего вас воздуха и жидкостей. Кстати, мы выпустили первое издание нашей книги рецептов. Если вы ее еще не скачали, то ссылка в описании. А если хотите, чтобы мы поместили на ее странице именно ваш рецепт, то участвуйте в конкурсе, который идет прямо сейчас. Желаем вам мультипечей, которые будут париться вместо вас, меланжеров, чтобы жизнь стала слаще, соковыжималок для самого сильного иммунитета, вертикальных пылесосов для комфортного очищения пространства. Мы надеемся и дальше воплощать для вас небольшие, но очень важные мечты, которые сделают жизнь чуточку проще и здоровее. Благодарим за то, что были с нами весь этот год. Впереди еще много интересного. С праздником вас! С Новым годом!